Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Как разнообразить досуг ребенка и помочь ему адаптироваться в обществе? Анапские приемные родители делились своим опытом с семьями из других городов. На Пионерском проспекте забьется новая водная артерия. В Анапе продолжаются масштабные работы по модернизации водопроводных сетей. Настрой встать в строй. О кадетских буднях единственной в Анапе школы с военным уклоном. Возрождать производство, которое когда-то было основой экономики муниципалитета. Для Анапы это виноделие и виноградарство. И власти города-курорта достигают результатов в этой работе. На Российском инвестиционном форуме подписаны 2 соглашения. В рамках этих проектов инвесторы вдохнут жизнь в обанкротившиеся предприятия. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев высоко оценил такой подход муниципальных властей к развитию экономики. Сегодня делегация Анапы продолжила работу на Российском инвестиционном форуме. Глава курорта Сергей Сергеев доложил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, какие соглашения подписали муниципальные власти и бизнес. Их 6. На общую сумму 1 миллиард 800 миллионов рублей. Особого внимания заслуживают 2 проекта в агропромышленном секторе экономики. Хотел бы отметить, что 2 из них на базе банкротных предприятий. Самое главное. Вот. И одно из банкротных – это СПК имени Ленина. Тут связь есть. И развитие виноградарства, и строительство винзавода. Мы подписали в прошлом году винзавод. В этом году жилой комплекс. У них же там в поселке Виноградном. В принципе, они являются сегодня главными инвесторами, чтобы вдохнуть жизнь в целом в поселок, который жил за счет виноградарства. Вот. И второй – это Русская лоза. Это проект уже этого года. Туда заходят собственники Абрау-Бюрсо. 2 лота они уже выкупили. 3-й лот там право аренды порядка 300 гектар еще виноградников, которые на раскорчевку. Но я думаю, они выкупят. Там 13 миллионов задолженности. Да, любой проект, конечно, сегодня можно предлагать, но мне нравится ваш подход. Вы правильно сказали, что вы сегодня предлагаете проекты на базе предприятий банкротов. Вот мы сегодня привыкли, ребята, идти по интенсивному пути развития. Все вширь. Мы захватываем территории, захватываем земли, переводим их из сельхоз в промышленности категорию. А можно идти по экстенсивному пути развития. То есть не расширяться, а взять, что мы имеем, его модернизировать и снова запустить в экономику, в том числе и Анапы. Это очень правильный подход. Он, кстати, менее энергозатратный. Удачи. Спасибо. Спасибо. В инвестиционный портфель Анапы также вошли 5 проектов на общую сумму 8 миллиардов 702 миллиона рублей. Приток частного капитала ожидает бюджетообразующую отрасль – санаторно-курортный комплекс и туризм. Намерение инвесторов – построить дополнительные корпуса к санаториям и новые высококлассные отели – современные туристические объекты. В Анапе выявят собственников заброшенных зданий. Тем, кто не соблюдает требования безопасности и не ограничивает доступ на неработающие объекты, напомнят об ответственности. Об этом сегодня говорили в администрации города-курорта на аппаратном совещании. Исследовать все заброшенные здания и сооружения, совместно с управлением имущественных отношений выявить собственников. Такую задачу главам округов и управлению сельского хозяйства поставила заместитель главы Анапы Светлана Яровая. Реестр недобросовестных владельцев станет руководством к действию. Собственникам напомнят о соблюдении требований безопасности. Собственник несет бремя по содержанию имущества и создает условия для того, чтобы это имущество не несло за собой угрозу жизни и здоровью. Значит, отправляем. А по городу, Артур Валерьевич, я прошу вас эту же работу провести. Также собираем информацию, направляем. Присаживайтесь в письма и составляем Максиму Сергеевичу общий свод такой и отправляем в органы прокуратуры с тем, что нами исследовано, какие нами произведены действия, информируем прокуратуру и просим принять меры в рамках их полномочий.
Муниципальный контроль обследует территорию города. На выполнение этой работы Светлана Яровая отвела неделю. Анапский клуб приемных родителей «Надежда» будет проводить мероприятия в сельских округах. Об этом стало известно на зональном заседании приемных семей, которое прошло в городском театре. Краевые лидеры общественного движения патронатных семей заявляют, что готовы оказывать поддержку, в том числе предлагая законодательные инициативы. Примеры уже есть. Нина Маханова приехала в Анапу из Костромы 4 года назад. Там работала в детском доме. В 2003 году они с мужем решили взять в семью девочку, которой помимо родительской заботы требовалось лечение. Он, конечно, купил кучу гостинцев, она тут же к нему побежала с первого раза папа. Ну, раз уже сказала папа, все, значит, забрали сразу. Девочка выросла, вышла замуж, скоро родится ребенок. Вместе с мужем Нина Маханова вырастили 9 детей, еще четверо живут с ними. Детки очень болезненные. Очень часто болеет, но здесь море, солнышко. Но мы нисколько не жалеем, нам в Анапе очень нравится. Мы даже успели занять первое место в зональном конкурсе, когда только что приехали. С мужем мы очень согласованы, но, в общем-то, все благодаря мужу, потому что у нас очень крепкая, дружная семья. И самое интересное, что у нас двое старших детей, они тоже приемные родители. Обменяться опытом – главная задача подобных мероприятий. В воспитании приемных детей нет готовых рецептов, но есть похожие ситуации. Очередь принимать зональное совещание у Анапы. В город-курорт приехали представители Новороссийска, Геленджика и Крымского района. В прошлом году я была в Крымске от этой зоны. Очень активная зона. Но так как не была ни разу в Анапе на зональном, поэтому приехала сюда в этом году. Очень дружная зона по работе, настолько активные. Хотелось бы, конечно, там свои были тонкости, в Крымском районе собирали нас, и там своя повестка дня была понятна, здесь своя, делится сегодня, делится опытом, родители, очень много приезжих с России родителей. Такой клуб, где есть возможность пополнить знания, разделить интересы и душевно общаться, на Черноморском побережье единственный. Возможным его открытие стало и потому, что глава города настоял на выделении прекрасного помещения для его организации. Так появилась площадка для обмена опытом на городском уровне, а также место, где ребята занимаются творчеством под руководством своих родителей. Многие из них педагоги. Недавно к уже существующим добавились кружки оригами и бисероплетения. В планах пойти в поход. Одна из мам решила организовать кружок по выпечке. Мы очень хорошими, такими большими семимильными шагами идем к своей цели. Хотим сейчас выезжать в наши сельские округа, в Анапский, Благовещенку, в Гастагаевку, где у нас тоже очень много деток, им тяжело добираться до Анапы, и поэтому мы хотим пойти к ним навстречу со своим клубом. По словам председателя общественного совета приемных семей Краснодарского края Эльвиры Степановой, она готова поддержать инициативы семей и продвигать их на краевом и федеральном уровне. Анапские медики взялись за здоровье женщин. С 18 февраля по 7 марта в рамках краевой акции «Неделя женского здоровья» анапчанок бесплатно и без направления обследуют узкие специалисты. Ранее подобная акция проводилась для мужского населения. Все это делается с целью ранней диагностики и предупреждения онкологических заболеваний. Для того, чтобы проверить свое здоровье, женщинам необходимо обратиться в городскую поликлинику. При себе достаточно иметь паспорт и полис. Специально для акции был привлечен сертифицированный специалист, врач-маммолог. Кроме того, женщин принимают в смотровом кабинете, проводят рентген, УЗИ и лабораторные исследования. Это очень важно, потому что раковые заболевания, в частности молочных желез, имеют тенденцию к возрастанию. Не всегда начальные стадии рака можно самой женщине обнаружить, либо даже пропальпировать медикам. Поэтому обязательно до 40 лет обязательно УЗИ обследования молочных желез, после 40 до 50 лет два раза в год маммографическое исследование, то есть рентгеновский снимок молочных желез, после 50 лет желательно снимок маммографический делать раз в году. Только за 10 дней акции обследовано более 800 анапчанок. Патологии выявлены у 30% женщин. Все они направлены в медучреждения Новороссийска и Краснодара для дальнейшего обследования и лечения. Большой очереди к маммологу нет. Как говорят анапчанки, специалист принимает быстро и качественно. Бесплатно прийти – это же хорошо. Тем более я инвалид, мне ходить, у меня протезы на обоих ногах. Мне легче пришла, мне приняли здесь хорошо. И доктор очень хороший. Мне понравилось. Ну, меня посмотрела, очень хорошо посмотрела. Мне все меня посмотрела. И живот потрогала, и все-все. Мне так понравилось. Сегодня анализ взяла хороший. Я довольная. Особо медики рекомендуют пройти обследование женщинам старше 40 лет, так называемой группы риска. Акция продлится до 7 марта.
В Анапе продолжается реализация губернаторской программы по замене ветхих коммуникационных сетей. В том числе благодаря и этому проекту в Анапе и районе за 2016 год заменено более 45 километров водопроводных сетей. Сейчас водоканал приступил к прокладке новой ветви водовода, которая обеспечит Пионерский проспект бесперебойной подачей воды. Один из самых сложных и ответственных этапов монтажа нового водовода – соединение полипропиленовых труб между собой. Здесь требуется не только умение крановщика точно разместить нагревающий элемент между трубами, но и с точностью до секунды выдержать время. Ровно через 7 минут и 50 секунд нагревающая пластина удаляется, и рабочие при помощи гидравлического пресса стыкуют трубы между собой. Новая линия водовода соединит Пионерский проспект с центральной водной артерией, которая расположена в распределительном блоке недалеко от железнодорожного вокзала. Длина нового водовода составит более 1 километра. Сейчас рабочие сваривают трубы между собой. Далее укладка трубы в землю. Она полностью заменит аварийный водовод. Он исчерпал свой ресурс. До сезона надо включать по-любому. Сейчас идет согласование прокол под дорогой федеральной, федерального значения. Кожух уже сварен, остается только согласование проектно-сметной документации. Под дорогой будем проходить на глубине 5,5 метров. Это очень серьезно. В Анапе такого еще никто ничего не делал. Масштабные работы ведутся и в верхнем ДЖМТ. От 2 10-тысячных резервуаров прокладывается новый водовод в диаметром 1200 миллиметров. Происходит большая стройка. Стройка века, по-другому не скажешь, потому что последний раз, наверное, такое лет 40 назад делалось. Все в плановом нормальном режиме, есть, конечно, какие-то там недочеты, немножко недоработочки, но все это в рабочем режиме устраняется, и я думаю, что в сезон мы войдем с новым водоводом, прям с надежной системой водоснабжения в этом плане, вот в этом куске именно. Все работы по модернизации водопроводных сетей на контроле у главы курорта Сергея Сергеева. Благодаря личной договоренности мэра с краевой фирмой «Краснодар Теплосети» жители станицы Благовещенской также получат новый водяной ввод. Тем самым решится проблема водообеспечения, которая давно волнует жителей всего сельского округа. Сейчас мы будем подключаться к водопроводу. Буквально сейчас установится погода, неделя-две. К водопроводу краснодарской фирмы «Краснодар Теплосети», и будем от них запитывать Благовещенскую. В общем, есть предпосылки к тому, что в этом году база отдыха и также жители будут круглосуточно с водой у нас. Спасибо огромное главе. Для меня, как для руководителя водоканала, это будет огромнейшая помощь. Ну, плюс для города вообще, как бы трудно переоценить все это. Будет новый водопровод 600 у нас летом работать в Витязево, водопровод 1200 и новый коллектор, который лежит по Пионерскому проспекту. Значимость этого реально очень трудно переоценить. Поэтому как бы тут 100% плюс администрация наша сработала. Модернизация анапских водных артерий не прекращается ни на минуту. В ночное время также ведется работа на всех объектах. К началу курортного сезона город будет обеспечен не только качественными коммуникациями, но и бесперебойной подачей воды в нужных для потребления объемах. С 2013 года в Анапе работает кадетская школа имени Героя Советского Союза Николая Старшинова. Изначально учреждение было морским пограничным лицеем. Но в 2014 году школа покинула территорию Института береговой охраны и перебазировалась в отремонтированное здание бывшей школы поселка Пятихатки. Сейчас это настоящая кузница молодых патриотов и будущих военных, которыми руководит кадровый военный офицер ВДВ, выпускник Рязанского военного училища полковник Сергей Житков. В кадетской школе имени Николая Старшинова все как в образцовой военной части. Утренний развод, построение, проверка и доклад командиру о готовности к обучению. Командир, он же директор школы Сергей Житков, выстроил безупречную схему, основанную на военной дисциплине и порядке. 2 года назад он переехал из Москвы в Анапу и возглавил учебное заведение, в котором на данный момент занимаются около 300 мальчишек с 5 по 11 класс. Данная должность, она мужская, она требует именно работы в коллективе именно с мужчинами, с мальчиками. Поэтому я с удовольствием воспринял это как хорошее предложение. И, в принципе, я скажу откровенно, что
Я доволен. В школе 12 предметных аудиторий. Большинство кабинетов оборудованы интерактивными досками, проекторами и другой передовой техникой, необходимой для современных методов преподавания. Как признался сам руководитель школы, если раньше в подобных учреждениях основным направлением была физическая подготовка, то теперь упор делается и на интеллектуальное развитие. Преподаватель русского языка и литературы Юлия Путинцева более 25 лет в системе образования, но только здесь поняла, как выглядят идеальные ученики. Я вижу перед собой, во-первых, мужчин в форме. Форма, сразу вам скажу, обязывает ко многому. Это люди, которые выбрали сложный путь и к нему стремятся. Это уже не мальчишки, это молодые люди, которые, надеюсь, будут служить в армии. У меня вот 11 класс в прошлом году выпускной был, 15 человек, из них все поступили, и один уже в армии. Это ребята, которые знают, чего хотят, и стараются добиться. Хотя у них много трудностей, вот, им не так просто, как в обыкновенной школе. Есть у директора и младшие помощники. Один из них – старшина школы Вадим Бережной. Он пришел сюда по собственному желанию 5 лет назад. Нравилась дисциплина. Я с детства хотел быть военным. У меня хоть в семье не было военных таких, но мне почему-то всегда это привлекало. Я обучаюсь уже 5-й год в этой школе. И старшиной, я думаю, стал из-за организованности, да и ответственности, в принципе. Это основное в нашем деле. В планах у руководителя – дальнейшее развитие школы. Более 40% учащихся – это кадеты из отдаленных районов – Юровки, Сукко, Гастагаевской. Поэтому школе нужно общежитие. Школу поддерживает администрация города, а депутат Государственной Думы Иван Демченко, побывав здесь, пообещал изыскать средства на строительство спортивного зала. Сейчас ребята готовятся к смотру «Песни из строя». Он пройдет в Грозном в мае этого года. Не обязательно все они станут военными, но, как уверены педагоги, каждый из них выйдет во взрослую жизнь настоящим мужчиной. Кадетская школа имени Старшинова принимает участие во всех городских патриотических мероприятиях и памятных акциях. Кроме того, руководство школы сотрудничает с другими общеобразовательными учреждениями Анапы. Так учащиеся гимназии «Эврик» узнали о военном деле и о том, чем живут кадеты. Мероприятие под названием «Офицер профессии героическая» прошло в рамках месячника военно-патриотической работы. Гимназисты увидели показательный рукопашный бой, сборку-разборку автомата Калашникова. Также кадеты рассказали и показали на слайдах о своей военно-патриотической работе и о том, чем они занимаются в школе. В гимназии говорят, что немало их выпускников поступают в военные институты. При этом защищать страну должен готовить себя любой юноша. И такой обмен опытом, несомненно, носит профориентационный характер. Чтобы они нам показали жизнь свою, рассказали о профессии военного. Ну, таким образом, сориентировать наших будущих выпускников на то, что это действительно профессия героическая и того стоит. Мне кажется, профессия военного – это в первую очередь стабильность. Ты всегда знаешь, что сейчас большинство проблем после окончания высших учебных заведений молодые люди не знают, куда идти поступать. А плюс профессии военного в том, что тебя распределяют, куда служить, и ты знаешь, что, закончив учебное заведение, у тебя будет уже профессия, и ты не будешь скитаться. После мероприятия многие гимназисты признали, что всерьез задумались о перспективе связать свою жизнь с военным делом. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам нового партнера программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19.